Om apritartakarana nishinisayana nana manurathadhiya kshanabhagna nidra daiva ahatartha rachanarisyo yopi deva yusmad prasanga vimukha yosansaranti yusmad prasanga vimukha yosansaranti Aham aptitartakarana nishinisayana nana manurathadhiya kshanabhagna nidra daiva ahatartarachana risayo yopi deva yushmad prasanga vimukha yosansaranti yushmad prasanga vimukha yosansaranti Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told that material people, this material world. Гуштипати Срила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что люди, материалисты в этом материальном мире, они настолько заняты своими материальными вещами, что у них нет возможности слушать, подумать о том трансцендентном мире. И вот эти материалисты слишком заняты своими делами, которые из-за этого они не могут даже представить что-то о том трансцендентном мире. Но все же мы пытаемся что-то сделать, и вот суть в том, что те материалисты, они заняты своими материальными наслаждениями, они даже ночью, они мечтают о чем-то материальном и беспокоятся, и таким образом они все время заняты материальными вещами, и так или иначе Верховный Господь Бхагаван Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху, он пытается сделать что-то через шастры или гуру и вайшнавов. Бхагаван пытается сделать что-то для них, чтобы так или иначе они в какой-то день могли понять. И также я сказал, без Бхагават-авеша, без вдохновения свыше никто не может действовать как ачарья. И вот без Бхагават-авеша никто не может говорить подлинную харикатху. Пытайтесь понять, Бхагават-авеш значит, что он всегда думает о трансцендентном, о духовном мире всегда непрерывно. И если не думать всегда о духовном мире, о трансцендентном, то для такого человека невозможно действовать как ачарья. И вот Бхагават-авеш, Шрила Прабхупад говорит, без Бхагават-авеша никто не может действовать как ачарья, никто не может говорить трансцендентную харикатху, это невозможно. И также саду шастры рупе, в форме шастры, в форме саду, они все, Бхагаван посылает их всех, чтобы они помогли нам, и это единственная причина. И кто может понять, что есть вечный мир? Без сатсанги никто не может осознать этого, без садхусанги никто не может понять, это невозможно. И вот сатсанга, она должна быть, и Бхагаван, Верховный Господь, он также, и вот он показывает нам эту процедуру сатсанги, и вот он общается с Сай Раманандой, с Варубдамадаром. Я буду говорить о том, как Махапрабху совершал свою нилачалу лилу. Я расскажу о полной гамбхире лилии, как Махапрабху Бхагаван Шри Кришна Чайтанья совершал ее. И вот сейчас суть в том, что эти шастры очень обширны. И вот эта шастра, она очень обширна. Вот эти Нигама шастра, она очень обширна. Часть говорит о Дхарме, часть о карме, часть о Санкхья-йоге, часть о Бхагавад-бхакти, различные эти разделы. И вот для разных людей Бхагаван, он делает это все, организует разные пути, и кто-то решает, что карма – это наивысшее, кто-то решает, что вот следует карма-йоги, дьяна-йоги, санкхья-йоги таким образом, и кто-то принимает решение следовать обретению безличного Брахмана. И таким образом, после того, как Бхагаван Шри Кришна ушел, много проблем на этой земле возникло. И потом Шри Чайтанья Махапрабху явился, потом тьма опять воцарилась, а потом шесть Госвами, Джива Госвамипад, они пришли. И потом после них Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Прабхупад. И благодаря им мы все это обрели, иначе что бы мы смогли сделать? И вот почему такой совет дается в Гите. Иногда мы видим, вот Бхагаван Шри Кришна рассказывает о карма-йоге, говорит, что это лучшее. А зачем? Чтобы увеличить ништху веру тех людей, согласно их способностям. Вот он, кто-то занят карма-йога, кто-то гьяна-йога, кто-то еще чем-то. И вот когда-то они могут осознать, что такое наивысшее, если их удача позволит. И полностью я уже сказал, что совет в Бхагавад-гите, который дается в том, что суть всей Бхагавад-гиты – это бхакти-йога, это шаранагати, это наивысшая цель. И те, кто изучают гиту, можно разделить их на две части. Первые – те, кто заняты какими-то внешними вещами, а другие, которые заняты внутренним. И вот те, кто заняты внешним, они не могут познать подлинную суть вещей. И вот вчера я говорил о том, что кто-то к такому заключению приходит, то, что согласно гуне и карме, это последнее наставление Кришны, чтобы занять Арджуну в борьбе в поле боя на Курукшетре. И согласно этому они думают, то, что это было, наивысшая цель Кришны — занятие этого Арджуну в войне, согласно его природе кшатрия. Кто-то скажет, что Парам Вайшнав Арджуна. Почему мы говорим о нем, что он кшатрий, хотя он вроде вайшнав, должен быть брахманом как минимум, но у него нет качеств брахмана. И почему же у него нет качеств брахмана, хотя мы знаем, что Арджун лучший из вайшнавов, и Юдхиштхиран тоже лучший из вайшнавов, и вопрос возникает, Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, для того, чтобы явить такую лилу, Арджуна, он вечен, но все же, чтобы совершить такую лилу, Бхагаван Шри Кришна явил все вещи в таком виде, и Арджуна вынужден был принять эту натуру кшатрия. И вот она явилась в этом Арджуне, хотя он чистый, преданный по своей природе. И вот, чтобы дать нам урок, Бхагаван, он дал такой совет. И вот я сказал, те, кто хотят возвыситься в своем Харибаджане, если они получают подлинную милость гуру и вайшнавов, то им не нужно следовать какой-то постепенной процедуре, а те, кто не получают полную милость гуру вайшнавов, то они постепенно должны возвышаться согласно их гуне и карме, согласно их способностям. И те, кто нитья-саньяси, значит, те, кто не спорит ни с кем, чей ум полностью находится в гармонии. И вот несколько дней назад я говорил, тот, у кого нет никаких желаний, не тот, кто находится в полной гармонии. И такие могут очень просто избавиться от материальной обусловленности. Не то что домохозяин, которые живут семейной жизнью, это не значит, что они не могут стать успешными. Это не так. Зависит от их состояния, в каком состоянии они находятся. И вот смотрите. Подлинный пандит – тот, чей даршан, он гармоничен, он беспристрастен. Тот, кто имеет качество самадаршана, беспристрастия, и вот это одно из качеств подлинного пандита. И те, кто такие врожденные саньяси, я уже говорил про них, те, кто вечные саньяси, они нитья саньяси, у них нет никаких проблем в их жизни, они в полной гармонии находятся. В этой жизни мы вот живем своей жизнью, и в этой жизни мы можем победить Майю. И те, кто полностью умиротворены в этой жизни, когда они ведут свою жизнь таким образом, они уже могут победить Майю, избавиться от влияния ее и влияния трех гун материальной природы. И тогда они могут обрести связь с Брахма-васту, поскольку обрести связь с Брахма-васту в оскверненном состоянии нельзя. И каков признак таких великих душ в этом состоянии? Они не Они не радуются, если что-то обретают хорошее в своей жизни. То есть они беспристрастны, вне зависимости от того, счастье или несчастье приходит к ним, они беспристрастны в отношении этого. И вот Бхагаван говорит Арджуне: «Но прайшат приям прапо, но дижат прапо ча приям, стиро буддхи расам мудхо, брахмавид брахманистита». Тот, кто не радуется слишком сильно, если получает что-то хорошее, и не страдает, если что-то плохое происходит. И это состояние таких умиротворенных людей, тех, кто находится в полной гармонии со своими чувствами и гунами. А обусловленные души, и хотя они, конечно, могут следовать какой-то процедуре, чтобы обрести дхарму, артху, каму и мокшу, это их цель. И вот дхарма, карма, артха или мокша, опять же, не все имеют четкое представление о том, что такое дхарма. Я вчера говорил об этом, и также я вчера говорил об этом стихе. И вот таким образом кто-то совершает какую-то ягью или другие вещи, которым они следуют, но в Мундак Упанишаде мы находим Jara Mritum Te Punorevati Yanti. Те, кто зависит от яги, яги — это огненное жертвоприношение. И вот в Кали-югу без нама-яги, без Бхагавад-катхи ничего невозможно. Это лучшая процедура баджана. Здесь плава, слово значит, это лодка, с помощью которой мы можем пересечь этот материальный океан. А те, кто глупы, пытаются принять прибежище у яги или еще чего-то. Но это все нестабильно, поскольку для яги нужны ритвики. Те, кто совершает ягью, кто-то цитирует ведические гимны, кто-то предлагает ги огню. Кто-то какие-то ошибки исправляет, если они возникают. И вот есть 16 нужно этих ритвиков. И еще нужен тот, кто организует ягью. И вот все они заняты. Еще и жена этого человека, который организует ягью, тоже нужна. То есть 18 человек для яги нужно. Но чтобы пересечь этот материальный океан, этого мало. И те, кто поверит таким нестабильным процедурам баджана, они вынуждены будут рождаться опять снова. И вынуждены будут так перерождаться в цикле рождения и смерти. Любые действия, которые мы совершаем, у них они все действия несут результаты за собой, последствия. Например, кто-то совершает какую-то карму, и все это несет последствия. Кто-то вот ест, например, и если мы что-то поели, это питает наше тело. Если мы женимся, в итоге цель, чтобы дети были. И таким образом все действия имеют свои последствия. И также я говорил о карме, викарме, кукарме и прочих вещах. И вот сейчас Шриман Махапрабху по наставлению Рай Рамананды, он встретился точнее, по совету Сарвабхаума Бхаттачарьи встретился с Раманандой, чтобы обрести сатсангу. Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, и вот он совершал паломничество, и по наставлению Сарвабхаума Бхаттачарьи он встретился с Рай Раманандой там, поскольку хотел обрести сатсангу, и в процессе этой сатсанги Махапрабху хотел открыть мистерию баджана, как совершать баджан с самого начала до конца, чтобы достичь наивысшей цели. Он говорил о садья-татве, какова наивысшая цель, Махапрабху хотел показать ее. И поэтому Махапрабху встретился с Рай Раманандой там. И вот мы сегодня начнем обсуждать эту тему. И вот Рай Махашой, когда он встретился с Бхагаваном Шри Кришна Чайтанья, он сидел под баньяновым деревом. И вот Рай Махашой пришел со всеми браманами, кармаканди браманы, они следовали за ним, они воспевали ведические гимны, играли на музыкальных инструментах, и вот они пришли туда, чтобы принять омовение в Ганге. Внутри он был полностью Рагануга Бхакта, он был в таком... Он был полностью погружен в Рададасью, но внешне следовал этим всем ведическим правилам, предписаниям, чтобы люди исполняли свои собственные обязанности, чтобы не нарушали эту свадхарму, чтобы делали свои дела. И вот когда Рай Рамананда пришел со всеми браманами и всем остальным, то он смог увидеть, что Махапрабху сидит под баньяновым деревом, и, видя его, он предложил ему свои поклоны. И вот, предложив поклоны, Махапрабху спросил у него: «Ты Рай Рамананда?» И Рай Рамананда Махашой сказал: «Да, ты прав, я тот Шудра». Я тот Шудра Рай Рамананда, поскольку вход на путь баджана – это Тринанда Бисунич, это смирение. И Рай Махашой, естественно, у него есть такое смирение, я уже говорил. Те, кто находится на пути Рада Анугати Рададаси, Тринанда Бисунич Бхава, она естественно для них. И все браманы, вайшнавы, они ждали. Махапрабху пришел, и Махапрабху произнес: «Ты Рай Рамананда?» Тот сказал: «Да, я Шудра, тот Рамананда». И тогда Рай Махашой сказал: «Те преданные, и вот Рай Махашой сказал, они не знали, что такое бхакти, и видя тебя, благодаря твоему даршану, их сердце изменилось, растаяло. В твоем присутствии, когда они увидели тебя, все, кто пришли со мной, они все увидели тебя и изменили свое сердце, посмотрев, как нас... Они никогда не повторяли харинам в своей жизни, и, увидев тебя, они изменились. Смотри, это твое великолепие, твой правав, и я думаю, что ты Верховный Господь». Рай Махашой сказал: «Я думаю, что ты Верховный Господь, насколько ты великолепен», поскольку когда Рай Махашой увидел Махапрабху, он увидел, что тот сияет подобно тысяче солнцам. Амоха Прабху сказал, наоборот, ты Бхагавата Уттама, и в твоем присутствии, благодаря твоей преме, они получили такое чувство, что говорить о них. Даже я Майавади Саньяси, и я не понимаю, что такое према бхакти. Я не понимаю славы преданных, но все же сегодня я чувствую нечто. Махапрабху говорит, в твоем присутствии, перед тобой, когда ты встретился, я чувствую что-то необычное. И я думаю, что ты Махабхагавата. И вот Махапрабху говорит таким образом, и Махапрабху, он источник всего Тринадапи. Рамананда — воплощение Тринадапи. И вот Махапрабху говорит, чтобы исправить себя, очистить меня, Сарвабхаума Бхаттачарья отправил меня к тебе, и сейчас я осознал, поскольку перед тобой я получил какое-то необычное чувство, и я думаю, Сарвабхаума Бхаттачарья, он из-за своей любви ко мне, он дал мне такой совет, чтобы я пошел и встретился с тобой. Чтобы исправить меня, и поэтому я сегодня достиг успеха, я встретился с тобой. И вот в Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, и вот в Шри Чайтанья Чайтамрите Вай Рамананда Самвати говорится, что говорится о других людях. Я сам Майавади Саньяси. Я также нахожусь в океане, плаваю в океане премы, и это благодаря твоему великолепию, благодаря твоему общению я обретаю это чувство премы. И поэтому я сейчас могу осознать, почему Сарвабхаума Бхаттачарья был настолько милостив. Он хотел дать мне совет, чтобы встретиться с тобой, чтобы я смог исправиться. И после этого Рамананда начал смотреть на красоту лотосных уст Шримана Махапрабху. Он был поглощен этим. Рамананда непрерывно, безотрывно, он смотрел на Махапрабху и пил нектар, нектарную бхаву Махапрабху. И вот Тринадапи Сунич Бхава – это изначальная бхава. Без Тринадапи Бхавы никто не может войти на путь баджана. И Рай Махашой также явил такой пример, и Махапрабху также. И вот Махапрабху говорит, я не понимаю ничего о садан садья-таттве. Можешь ли ты прийти, и я хочу услышать что-то от тебя, какую-то Кришна-катху. Я хочу услышать Кришна-катху от тебя. У меня такое желание, и сейчас ты занят, ты уходишь. И я надеюсь, что увижу тебя в дальнейшем. И тем временем, и вот они обсуждали что-то, и тем временем один браман, чистый браман, пришел по желанию Махапрабху, Верховного Господа. И вот этот браман пришел и пригласил Махапрабху, чтобы тот принял прасад в его доме. И Махапрабху был вынужден пойти туда, но перед этим Рай Махашой сказал, и вот Рай Махашой сказал, что Сарвамбхатачарья очень милостив, поэтому он послал тебя ко мне, чтобы я исправился, я Шудрадам, очень такой в низком состоянии нахожусь, и поэтому Сарвамбхатачарья отправил меня к тебе. И тем временем один браман пришел и пригласил Махапрабху, и Махапрабху, вот он принял приглашение и пошел на обед. Тем временем Рай Рамананда и все остальные браманы, приняв омовение в Гадаваре, они ушли. И таким образом Ананта Лиламой Хари Паратпа Ракилешвар Бхагаван, когда, где и как он совершает лилы, это мистерия. Когда Махапрабху совершает свои лилы, кто может сказать? И вот сейчас мы знаем, Рай Махашой – это Вишака Сакхи и Сваруб Дамодар, Лалита Деви, Лалита Сакхи. Мы можем говорить будем говорить об этом вот в следующей теме Махапрабху в Гамхире. И почему я сказал, что если вы хотите увидеть Вриндаван, вы должны отправиться в Гамхиру, чтобы понять Бхаву Вриндавана. Если вы хотите обрести доступ в Вриндаван, это можно сделать через Гамхиру. И вот Бхагаван Гора Сундара он хотел услышать что-то от Рай Рамананды, поскольку если Махапрабху сам сказал бы что-то об этой татве, то в Гите Бхагаван Шри Кришна обычные люди не понимают. Поскольку каждый говорит, что поклоняйтесь мне, и когда Верховный Господь, Он прямо говорит, поклоняйтесь мне, все, что вы делаете, яги, подношения, еще что-то, все это предлагайте мне, и люди не понимали этого, и поэтому Махапрабху, он сейчас зависит от Рай Махашая, он дарует ему свою милость, и с помощью Рай Махашая в этой дискуссии вопросов и ответов. И вот Махапрабху вечером, когда Рай Махашай пришел встретиться с ним, и вот они сидели всю ночь, обсуждали эту садан садья татву и все остальное детально. И вот Махапрабху в это время хотел спросить Рай Махашая и хотел услышать все ответы от него, чтобы обычные люди, они получили это представление о том, что Махапрабху говорит не прямо, но косвенно. И вот Махапрабху говорит через Рай Рамананду, и вот он, Рай Махашой, говорит, внутри меня ты говоришь, и действительно так. И вот Махапрабху вопрошает, но не говорит ничего, просто спрашивает. И вот в процессе таких вопрошений Махапрабху хотел развеять все сомнения. И вот и цель садан садья таттвы – это Вимол Кришна Прамахайтуки, Кришна Бхакти. Наивысшая цель нашей садханы, нашей практики. Это чистейшая Кришна, Кришна према и без причины, бхакти без какой-либо причины. Ахайтуки значит то, что не имеет причину. Это естественно. И та бхакти, которая есть только внутри Враджаваси, Враджапрему никто не может дать нам, ни Нараян, никто. И поэтому Шри Чайтанья Читамрите говорится. Кроме меня никто не может даровать эту Кришна-прему. Только сам Кришна может даровать Кришна-прему, и поэтому Нараяна не может дать Кришна-прему или Вишну, только эта према, она уникальна, ее можно найти только внутри Враджадхамы. Те Враджаваси, у которых есть такое чувство Кришне, это зовется Враджапрема. И в Бхагавад-гите Бхагаван, он говорит Арджуне: те, кто совершают баджан, я могу отплатить им согласно их баджану. Это обычная практика, но внутри Вриндавана это неприменимо. Внутри Вриндавана это неприменимо, поскольку огромная любовь Враджаваси к Кришне и огромная любовь Кришны к Враджаваси — это нечто уникальное. Krishna Savabhika Prem Vrajavasi Pati. Krishna having natural spontaneous love and attraction for Vrajavasi. У Кришны естественная любовь к Враджаваси, и у Враджаваси естественное чувство, любовь к Кришне. Это автоматически происходит, взаимная любовь. И только внутри Вриндавана мы можем найти то, что Кришна не мог исполнить своего обещания. Только внутри Вриндавана мы можем найти, что Кришна не смог исполнить своего обещания. А что говорит с гопи, которые заняты этой севой? Все, что у них есть, они все это используют ради Кришна-севы. И вот для них Бхагаван говорит: эта любовь, которую вы проявляете ко мне, она уникальна, я не могу даже представить. И есть правила и предписания, какие-то нормы поведения в обществе, а вы все это нарушаете и совершаете ваше служение мне, невзирая ни на какие правила и общественные нормы. И когда вы поймете Враджапрему, когда вы разовьете эту любовь, то тогда вы увидите, что вся эта социальная система Варнашрама-дарма — это подобно преграде для вас. И нет ничего. И когда вы осознаете это, тогда, когда вы будете следовать Враджаваси, тем или хотя бы одному враджаваси согласно вашей бхаве, и Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, когда вы обретете эту уникальную прему, то тогда вы вынуждены будете признать, что все социальные правила, предписания, все это не нужно, это лишнее. Вы увидите, что это только проблема для вас, только мешает. Но вначале люди должны следовать варнашам, дхарме, всем общественным новым правилам, предписаниям и прочему, но в итоге потом впоследствии мы почувствуем, что правила и предписания, они только ограничивают нас, ограничивают нашу огромную любовь к Кришне. И вот и для Кришны, если мы почувствуем, что эти все правила, предписания, общественные нормы — это преграда нашему служению Кришне, то тогда мы оставим их. И вот Махапрабху, он встретился с Рай Махашаем, и если Махапрабху говорил бы сам всю татву, то кто-то может сказать, что это какая-то секта. И поэтому Махапрабху, он спрашивает, а Рай Махашой отвечает. Но и Махапрабху Махапрабху находится в сердце Рай Махашая, иначе как это было бы возможно? И вот смотрите, Махапрабху, он сидит перед Рай Махашоем, и Рай Махашой пришел, чтобы встретиться с Махапрабху в его доме, и вот Махапрабху спрашивает у него: «Я хочу услышать садан садья-таттву». Какова сварупа садан-таттвы? Когда Махапрабху он спросил, какова сварупа садья-таттвы, и в читании Чайтамрити то, что описывается, Махапрабху говорит: «Я хочу понять сварупу садан садья-таттвы, пожалуйста, расскажи». И вот Рай Махашой говорит то, что описывается в Шри Чайтанья Чайтамрите. Сначала я это прочту на бенгале. И вот Рай Махашой начинает с самого начала, и потом мы возвысимся выше и выше. И вот с самого начала это начинается. Начало для тех, кто уже находится в ведической культуре. А те, кто вне ведической культуры, то сначала они должны принять и применить эту ведическую культуру в своей жизни. Я уже сказал, что Бхаратварша — это место Дхарма-кшетры, там, где это только в Индии это было возможно принципы Варнашрама Дхармы применять в жизни научным образом, но сейчас это нельзя, все разрушилось, но так или иначе это Дхарма-кшетра, Курукшетра, это Бхаратварша. И почему-то Дхарма-кшетра, поскольку здесь у нас есть возможность следовать Дхарме. Бхагавад-дхарма — это наивысшее, и вот согласно ведической культуре мы можем следовать в Варнашам Дхарме и прочему. И сейчас, по милости Махапрабху, это все распространяется по всему миру. В этом его беспричинная милость. И вот Махапрабху говорит, пытайтесь... Говори о садья-таттве. Что такое свадхарма? Я вот последние 5 дней говорю об этом. Я уже сказал. Свадхарма согласно варне и ашраме, мы должны следовать им согласно нашим качествам и вот согласно нашей природе. И свадхарма Свадхарма Арджуна — это бороться, и это все, вся свадхарма применима до какого уровня? До того уровня, когда мы когда мы создаем Бхагават-дхарму, Кришна-прему, то уже не обязательно следовать, но вначале мы должны следовать всей этой свадхарме. И вот обычное представление о свадхарме, что согласно нашим самскарам или предыдущим самскарам, согласно нашему положению мы делаем что-то, что зовется свадхармой. Такие, согласно гуни и карме, такие естественные вещи для нас. И вот первый вопрос в том, что такое садхана. Садхана — это термин, который значит, что мы делаем что-то, через что мы обретем что-то. То есть мы стремимся к какой-то цели, и вот это продвижение к цели садхана называется. Практика. Например, если мы что-то собрались готовить, надо составляющие всего этого найти. Если вот хотим овощи приготовить, надо овощи найти, почистить, нарезать, приготовить, и это готовое уже получается такое блюдо. И совершая садхану, мы желаем, надеемся достичь чего-то. И вот, когда люди следуют варнашрама дхарме, они надеются что-то обрести. И это садьявасту, их цель, и цель ихней садханы — это прайоджан таттва, наивысшая цель, то, что они хотят обрести, то, к чему стремятся. И в нашем баджане Бхагават-дхарма, если мы следуем Бхагават-дхарме, то наша наивысшая цель — обрести Кришна-прему, это наша цель. И как долго? И пока люди, и до тех пор, пока люди не смогут понять величие Бхагават-дхармы, то они должны следовать своей варнашраме, поскольку варнашрама, она хороша для них, она регулирует их жизнь, иначе что случится. Варнашрама дхарма очень хороша, поскольку если люди не следуют ей, то одни грехи получаются, и все разрушается. Поэтому очень благоприятно ей следовать. И вот когда кто-то делает что-то, у него есть цели, ради которого он что-то делает. Все действия, как правило, имеют свою цель. И если мы думаем, глубоко подумаем, какова изначальная причина всего этого, можно найти, они делают что-то для обретения счастья, блаженства и ананды. Все делают что-то, но цель их в чем? Чтобы обрести ананду, счастье. И вот если кто-то делает что-то, то его наивысшая цель — обрести счастье. Сукху. Сукха значит блаженство, радость, ананда. Поскольку все дживы изначально их сварупа одинаково, поскольку Бхагаван он сад чит анандамой, и поэтому естественно, что те дживы, они исходят из меня, они частицы Верховного Господа. Но опять же, это не значит, что Бхагаван, Бхагавататва, они разделяются на части. Нет, Бхагаван он неделим. Это его шакти, энергия. Поскольку любая часть Бхагавана, она пурна-таттва, она полна. Любая часть пурна-таттва, она также пурна. Можно вспомнить, достаточно давно я говорил, что даже пылинка с Вайкунтхи, она более ценна, чем весь этот материальный мир. А почему я так сказал? Поскольку этот бесконечный материальный мир, он не имеет значения, или что он негативен. А любая часть, мельчайшая часть Вайкунтхи, это пурнаваства, она позитивна. И поэтому любое позитивное, оно больше любого негативного. И вот согласно этой шлоке из Упанишад, то, что из пурнавасту, если мы отнимем что-то, как это останется полным, и то полное тоже останется полным. И поэтому нельзя думать таким образом. If they are the part of Bhagavan, they are also Purna Vastu, there cannot be any dissatisfaction, nothing can be there, no problem. То есть, если это мельчайшая часть Бхагавана, то есть все качества Бхагавана должны быть. Но Дживатма — это часть сознания Шри, часть этой Шакти, и в Веданте говорится Гунат Алокват. То есть это подобно частичкам света. То есть они похожи на Солнце, также светятся, но очень и очень малы. И когда я буду говорить о Майваде и Веданта-таттве, я докажу, что эти дживатмы, анушабды, они их подобны частичкам звуков, хотя в Веданте говорится, что гунат алакват, но все же мы сможем видеть то, что они, я могу доказать это, что они как частички звука. И вот это слово также. И вот ученые, в общем, пришли к выводу, что весь мир, он сотворен из звука, из прекрасного звука. И это поддерживает утверждение шастра, поскольку мы знаем, что Бхагаван, он играет на флейте, и в Амшидване очень прекрасно. И творение создается с этого момента. Омити Экакшарам — это мантра, и это семя. Семя — источник всего творения, Брахма Гаятри. Когда вы повторяете Брахма Гаятри, вы чувствуете что-то, откуда это творение исходит. Мы рождаемся, куда дальше можем пойти, оставив свое тело, что делать, как делать, куда идти, какова ситуация будет, в которой мы окажемся. Дживатма думает об этом. И вот И вот смотрите, если кто-то что-то делает, можно сказать, у них есть цель сделать то или иное, но наивысшая цель, чтобы обрести ананду, блаженство, поскольку все эти существа — это ананда амши, они частицы шакти Бхагавана, они ананда брахман. В Веданте говорится «Анандам Брахма». Если там конкретно бы сказали, что Ананда — это Брахма, но Ананда — и тут нематериальный Ананда имеется в виду. Но Брахмавасту, он это везде, вездесущий Верховный Господь, он вездесущ, и так или иначе есть некое блаженство, и мы живы, дживатмы, мы тоже часть Ананда Амши. Они тоже хотят обрести Ананду, но из своей обусловленности их сознание покрыто, и поэтому они не могут найти источник наслаждения. И если кто-то найдет его, кто-то совершает баджан, пытается, но все же до сегодняшнего дня не может найти источник, не может почувствовать, что источник радости — это Бхагаван, ничто иное. Если вы на 100% уверены в этом, то почему вы бегаете туда и сюда, чтобы получить наслаждение, а из-за того, чтобы вы не уверены, у вас нет чувства, и поэтому джива — это все ананда амши, и, естественно, они тоже обретают ананду. Поскольку в Сварупе Дживы, то, что Махапрабху хотел показать нам, в Сварупе Дживы нет никаких страданий. Это плачевное состояние создано самой Дживой. И вот не все знают, что материальные наслаждения, они в итоге принесут страдания. И вот дживы стремятся к материальным наслаждениям, но это не вечно и не постоянно. Sometimes getting some enjoyment, sometimes crying, this is a fluctuation. И вот Бхагаван Шри Кришна дает такой совет в Гите. Jehi Samsparsaja Bhoga, tangible facilities. Tangible facilities mean вот наслаждение, как правило, заключается в шабде, звуке, спарша, прикосновении, рупа, красота внешняя, раса и гандха, аромат, запах. И это вот 5 этих основ любого наслаждения. You can trace out, you can find, ultimately there is this kind of enjoyment, and any enjoyment you like to get, then out of these 5, something is there. Those 5 things, Sapta Sparso Rupa Ratana, you know, you are going to expect. That's why they are all material. И вот материальное наслаждение никогда не может даровать нам подлинного удовлетворения, успокоения. Это просто что-то временное. very, very big market. И вот Майя, она открывает такой рынок наслаждений, и обусловленные души, они привлекаются тем или иным, они продают буквально себя и хотят купить какую-то радость. И вот этот материальный мир, он подобен рынку материального наслаждения. Все, что хотите. Кто-то одно любит, кто-то другое, наслаждается различными материальными вещами. Это души, они свободны и свольно делают все, что захотят. Кто же их будет контролировать? Только шастра может помочь нам. Только садху-гуру вайшнава не могут помочь нам. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит, что делать, что не делать. Шастра говорится, и мы должны следовать шастрам. Шастра значит ведические шастры, и более точно Веды, Упанишады, Пураны. И все это, поскольку все Веды, Упанишады, Пураны, в итоге они говорят о чистой преданности. Пураны также, они говорят о чистой бхакти, но если мы будем изучать Пураны, то можем запутаться. Поскольку есть 5 саттвических пуран, 5 раджасических и 5 тамасических. Цель саттвических пуран — Вишну, раджасических — Брахма, а тамасических можно найти Шива. Но в итоге, если вы попытаетесь понять, есть различные люди, кто-то в раджагуне, сатвагуне, тамагуне, и для их постепенного прогресса Бхагаван сделал все так. Он хотел сделать так, чтобы люди постепенно улучшались. Те, кто раджасические люди, они не будут следовать мне, они будут следовать своей свадхарме, и в какой-то день они почувствуют, что делают что-то не то, а поскольку не следуя своей свадхарме, они не смогут развить отречение. И вот следуя, они все это будет надоедать и отрекутся в итоге. А тамасические, а если каким-то тамасическим людям что-то сказать, они не поймут, и поэтому пускай следуют своим этим предписаниям, пока не созреют для чего-то высшего. Rajasu, in the beginning you can get enjoyment, ultimately you are going to cry. И вот Pariname Bisha, it is like poison. In the starting point you can feel enjoy very nicely, but finally you can see poison is there with you. И вот раджасическое счастье в том, что сначала сладко, а в конце горько. И Махапрабху, когда спрашивает, и вот все дживы, все, что они делают, их наивысшая цель — это обрести счастье, наслаждение, радость, поскольку дживатмы, они вечно имеют качество анандамой, но из-за того, что покрыты невежеством, они этого не понимают. из-за этого невежества не могут понять источник наслаждения. И когда они обнаружат этот источник вечного наслаждения, то вопросов, всяких проблем не будет. И вот пока они не понимают, поэтому они скитаются здесь и там. И в тот день, когда они обнаружат, то тогда все проблемы кончатся. И садхана, есть два вида садханы. Я сейчас не говорю о Бхагавад-дхарме, это все предваряющее. Обычно сейчас я говорю об какой-то обычной дарме. У людей нет представления о дарме, но все же, если они, мы сможем их разделить на две группы. Первая – те, кто заняты своим телом, пятью органами чувств, умом и будхи, интеллектом. И вот такие люди, они всегда заняты, чтобы сделать что-то хорошее для своего тела, ума и тонкого тела. Другая категория, те, кто более такие, которые следуют варнашрама дхарме, свадхарме, они что-то делают. Но почему они это делают? Поскольку если не будут совершать дхарму, это опасно, они знают, что будут страдать из-за того, что не будут следовать своей дхарме из-за страха. Из-за страха они все это делают, обусловленные души, они хотят, они всегда заняты искоренением проблем, страданий всяких. Делают что-то из страха, как поклоняются полубогам из-за страха, что если не будут делать, то что-то плохое будет. И вот таким образом мы можем найти, что кто-то поклоняется из-за страха каким-то полубогам. И это нечистая дарма. И вот кто-то совершает карму. И еще разделяются на две категории. Первые заняты материальным телом, а другие какую-то дарму делают. А что такое дарма? У них нет четкого представления о дарме. Они думают, что дарма сделает что-то хорошее. Только этого они делают, что-то хорошее. И И вот они могут пожертвовать что-то кому-то, кормить обезьян, муравьев и прочих, ну, какое-то благо делать для других. Кормят рыбу в озере, и птиц, и прочих. То есть пытаются что-то хорошее для других сделать. И вторая группа, и вчера я также говорил, что подлинное значение дармы – это с помощью чего, если мы сможем принять прибежище у того, что поможет нам пересечь этот материальный океан, это подлинное значение дармы, но материалисты не понимают их цели достичь райских планет, чтобы наслаждаться там. Но это, опять же, не вечно, и так или иначе их представление о Дхарме вот такое простое, просто, а другие вот что-то хорошее для других делают, думают, что это Дхарма. Хотя у них нет представления о Господе, но что-то все равно делают. И иногда под именем Санатан Дхарма кто-то поклоняется полубогам всяким и прочим. Ну, прямо или косвенно, вот кто-то в воду Сурьядеву предлагает, делают что-то вот такое. И когда кто-то поклоняется Дурге, Кали или Ганешу, Бхагаван говорит, они поклоняются мне, но это неправильно, как они это делают. Они поклоняются мне, но это не авторитетно. Если они поклоняются каким-то полубогам, то Бхагаван говорит, это не авторитетно, я никогда не говорю делать так, но они делают это обиде пурвакам, то есть это не правило, это как бы нехорошо, но делают как-то люди, что делать обиде пурвакам, то есть неправильное что-то. И они знают что-то о Дхарме. Есть такое представление, что нужно поклоняться Сурьядеву, кормить коров, браманов, пожертвования давать, какие-то яги они могут совершать даже. И после этого они хотят какое-то благо обрести из-за этого. Я уже говорил, все, что кто-то делает с идеей Дхармы, даже такой бестолковой идеи, Махарадж, в общем, говорит, что есть какие-то благочестивые люди, и услышали, что если делать что-то хорошее, то им что-то хорошее придет, и поэтому они заняты этим. First group out of their sadhan means the procedure of karma, they are doing something. For that they are getting some result, but the result is nasa. Nasa means it can destroy, get destroyed. No stability of that enjoyment. First group. И люди, которые стремятся к наслаждениям, их эти плоды их действий, они временные. Like a blind man, when something lost, a blind man searching something here and there, putting hand, where gone, this thing. Second group, at least trying to search Nityananda. They don't know the source of Nityananda, still. Потом еще какая-то группа людей есть, они ищут Нитянанду, вечное блаженство. Хотя они не знают, но они как слепцы ищут ее где-то. И для них в Шримад Бхагаватам говорится то, что они в живом состоянии подобны мертвецам. Те, кто это? Те, кто не делает ничего. No tirthapada sevaya, no iho yad karma. That is not at all actual karma, which is not done for dharma. А то, что делается не ради дхармы, это не подлинная карма. So, no iho, neho, yad karma, dharmayo no viragayo kalpate. That is not at all karma. It is maybe akarma, vikarma. Who can say? It is not surely karma, what is prescribed in Veda. И вот в Ведах даются различные предписания относительно кармы, но я уже сказал, любая карма, которая предписывается, в итоге она направлена, чтобы показать лотосные стопы Кришны. Это цель всех вед, и в этой Бхагавад-слоке мы находим на ихо значит не то. Это вообще не карма, мы не можем назвать это кармой, то, что не для, делается не для дхармы, и в итоге то, что не поможет нам развить непривязанность, отречение. Если мы делаем карму, совершаем карму согласно предписаниям вед, но в итоге мы не развиваем вайрагию, отреченность, то, что толку. Если эта дхарма, она не делается ради дхармы, если карма не делается ради дхармы, и эта карма не позволяет нам развить непривязанность, и всю это тогда всю. Если совершая эту карму, мы не служим тиртхападам, это гуру и вайшнавам. И вот здесь слово тиртхапад значит источник всех тиртх Бхагаван Вишну. Это лотосные стопы Шри Вишну или Шри Кришны. Но так или иначе, тиртхападам значит те, кто находится у лотосных стоп Гуру и Бхагавана, это тиртхапада. И вот если ваша карма не направлена на служение таким тиртхападам и не позволяет вам развить отреченность в вашей жизни, то в этом случае люди, которые делают такую карму, то в Шримад Бхагават Махапуране говорится, что они живые, подобно живым мертвецам. И вот такие люди вроде живые, но мертвые, подобно мертвецам. И вот кто-то совершает карму, но какова цель вашей кармы? И ответ для дхармы. И значение дхармы, я уже сказал, делать что-то хорошее. Парата, парата. Хари, гуру, вайшнавы, гомата, браманы, вайшнавы, делать что-то, какое-то служение для них. И это сартха, свартха. Если это свартха, свартха значит сваартха. Паратха, парата, свартха, парата значит самоэгоизм, корысть. Нишартха, парата значит отсутствие всякого эгоизма, всякой корысти. И есть еще одно слово парата, парата. И вот эти три вида. Корыстное, бескорыстное, а третье – сделать что-то для других, чтобы они смогли осознать что-то. Это парата, парата. Под именем Нишартхи, под именем, иногда можно видеть под именем бескорыстия, вот кто-то может огромное объявление повесить, что мы, нет у нас никакого эгоизма, мы бескорыстно служим всем. И вот может такое объявление большое висеть, но будьте уверены, за это вывеской огромная корысть, огромный эгоизм. Хотя можно видеть, что они вроде только благотворительностью занимаются, рекламируют себя, что они не берут денег ни от кого, просто делают все бесплатно для всех, но такие люди часто могут показать, что у них нет никакой бескорыстности. Но те, кто утвердился в Бхагавад-дхарме, те, кто следует Шрила Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура, они могут четко видеть, что такие люди, они корыстны. И несмотря на их вывеску бескорыстия, там одна корысть. И поэтому Шрила Прабхупад обычно говорил, что мы не можем поверить никому, только мы можем поверить Гуру и Вайшнавам, святому имени. Что можно никому нельзя верить, кроме Гуру Вайшнавов. Если вы поверите обусловленной душе, то какой-то результат получите плохой. И какова цель кармы? Это дарма. И вот дарма есть вот несколько видов дармы. И вот парартха, парата, ее значение значит и вот это парартха парата значит сделать что-то благое для других. Но люди не понимают этого. Парартха парата значит только Гаудия Матх может показать эту парартха парату, поскольку это значит помочь обусловленным душам развить их сознание и в итоге, чтобы они осознали свое положение, татву, джива-сварупу, и после этого они могут избавиться от обусловленности. Это называется парартха парата. И вот Хари, Гуру, Вайшнавы, они, мы должны пытаться служить им. И вот сартха, сам этот эгоизм, с помощью эгоизма можно удовлетворить свои органы чувств и ум. И это свартха, это эгоизм. Слово «дарма» здесь неприменимо никак, поскольку люди вот заняты своими органами чувств, наслаждением и прочим. Это один из видов камы. И вот весь мир дарма, арта, кама, мокша, вокруг этого все вертится, все заняты дармой, артой, камой, мокшей. Про дарму я уже рассказал. Артха, кама и мокша. Оставив это тело, люди пытаются обрести что-то в высших мирах. Кама значит наслаждение, артха то, что они обретают, с чьей помощью могут наслаждаться. Это артха. Деньги — это такой общий термин слишком. Артха значит обрести то, с чьей помощью мы можем наслаждаться. Кама — это вот материальное удовлетворение чувств. И вот дарма, арта, кама, мокша, весь мир занят этим. Мокша также значит обрести освобождение, освободиться от всех материальных проблем. Это желание тоже осквернено, поскольку люди не понимают, что такое подлинное значение мокши. И мы не можем использовать это слово «дарма». Оно неприменимо к тем, кто заняты материальным наслаждением чувств. Если цель нашей кармы — совершить какое-то служение полубогам, гуру, вайшнавам, если наша цель не такова, не в том, чтобы служить полубогам, дважды рожденным, гуру, брахманам, вайшнавам, если цель не в этом, то тогда это зовется акарма, викарма или кукарма. Это нельзя карма это назвать, потому что карма — это что-то такое хорошее. А если кто-то плохой делает, то это либо акарма, либо викарма, либо кукарма. Кукарма значит плохая карма. Но подлинная цель кармы – это дарма. Можно вспомнить, есть 4 этих ноги Дхармы в Бхагаватам, в первой песне можно найти. Парикшит Махарадж, он встретился с одним быком, и с коровой. Гомата, корова плакала, а этот бык, он олицетворял Дхарму, но стоял на одной ноге. А каково значение этого? Вот этот бык, он символ Дхармы, и 3 ноги у него не хватало. В обычном плане у Дхармы есть 4 колонны. Это Дана, Тапасья, Садьяврата и Сатья. И вот 4 этих ноги Дхармы, если одной остается одна Сатья, правдивость, а все остальное ушло, то здесь, если Дхарма, и вот если наша цель Дхарма, и нужно для этого, вот в карме есть вот это все, что здесь описывается, это раздача милостыни, совершение этих жертвоприношений, еще что-то там. А если эта Дхарма не создает вайраги, мы не обретаем отреченности, непривязанности, если эта Дхарма не позволяет нам развить такой сознательной отреченности и вот если эта отреченность, непривязанность не является в нашем сердце, или наоборот можно сказать, если эта Дхарма не развивает влечение к Хари, Гуру, Вайшнавам, то что толку от такой Дхармы, если я не развиваю влечение к Хари, Вечному Верховному Господу, то тогда вся ваша карма и ваши попытки совершения какой-то Дхармы, то тогда это все связано только с склонностью к наслаждению и прочему, и что толку тогда? И в итоге мы видим, что наивысшая цель кармы – это Дхарма, а наивысшая карма – это Дхарма, которая отреченность в нашем сердце увеличивает, и также благодаря этому мы, если все правильно делаем, мы почувствуем необходимость служить Браманам, Вайшнавам, Тирдхападам, и те, у кого есть сад будхи, чистая будхи, интеллект, те, кто, у кого есть тонкий интеллект, са будхи, и те, кто совершают карму, и цель кармы должна быть Дхарма. И вот Махапрабху спрашивает Рай Махаша: я хочу узнать определение сварупы садан садья татвы. И вот какова сварупа садан татвы? Вот Рай Махаша цитирует шлоку из Вишну Пураны. Она Параши Муни произнесена. Те, кто заняты Варнашрама Дхармой совершенным образом, Vishnuragati Panchana Nyattatoshu Karanam. Рай Рамананда начал с самого начала варны и ашрамы. Если кто-то следует им, и их цель должна быть в удовлетворении верховного Господа Вишну, и в этом случае свадхарма, если я это слово свадхарма применяю, то это варнашандхарма совершенное получается. И варна — это брахманы, кшатри, вайши, шудры. Четыре ашрама есть также, это брахмачари, грехасти, ванапрасти и саньяси. Согласно их природе и состоянию, силе, они могут следовать варне и ашраме, и полностью, причем должны следовать. Если следовать варнашандхарме как следует, то это свадхарма. Если нарушать правила и предписания, заниматься чем взбредет с голову, то Вишну не будет доволен. Свадхарма значит, если мы живем жизнью домохозяина и хотим сделать так, чтобы все были довольны. И вот грехастха, те, кто живут жизнью домохозяина, для них они должны думать о благе других джив тоже, они не должны никакого насилия совершать. Шрила Прабхупад говорит, они должны думать о своем благе других. Если есть лишняя еда, нужно накормить кого-то, собак. Если некого кормить, хотя бы собак накормить. Сначала коров, потом брахманов, потом еще кого-то, ну всех, кого можно. И те, кто следует варнашрама-дхарме, для них, если их цель в том, чтобы удовлетворить Вишну, и если они следуют своей варне и ашраму полностью достойно, то тогда это может удовлетворить Верховного Господа. Это пантха, это путь. И нет ни другого пути удовлетворить Верховного Господа. Почему так говорится, что это Шрештхапантха? Поскольку согласно их уровню они чувствуют необходимость. И почему говорится, что это Шрештхапантха, это хороший путь, поскольку те, кто ведут свою жизнь так, они не могут, может, как-то выше продвинуться. Для них вот это вот решение, для них говорится, что карма-йоги, карма — это все. В другой главе Гиты говорится, что гьяна-йога — это наивысшее. А зачем? Чтобы развить их веру, чтобы увеличить их веру в это. У них есть такая природа, выше они не могут возвыситься, если сказать, что это плохое, а что-то другое лучше, они не могут получить вдохновение следовать этому. Поэтому здесь так говорится, как Арджун, например, хотел оставить лук и стрелы, хотел жить жизнью брахмана. Сначала он сказал Кришне: лучше я пойду оставлю все, буду просить подаяния и жить таким образом. Это дарма брахманов. И поэтому Бхагаван сказал, что нет, это не твои обязанности, ты должен действовать согласно своей природе. И вот вы должны понять, что те, кто следует варнашрама-дхарме правильно, согласно их уровню и способностям, и такие люди получат возможность удовлетворить Верховного Господа, и это заявление, которое сделано, чтобы такие люди развили веру, что да, это лучшее, что может быть. Как те, кто Рамананди Саду, например, для них Рамайна — это все и вся. Это наивысшее, что может быть и в Рамайне. Там говорится, что это Сарвапари, это лучшее. Поскольку если бы это не было написано, там те, кто следовали бы Рамайне, имеющие огромную веру в Раму, они не были бы уверены в своей правоте. И также Махапрабху, он, когда хотел проверить Мурари Гупту, он спросил Мурари Гупту, что ты должен совершать Кришна, Баджан, Кришна, он источник, полный источник всех рас, почему бы тебе не поклоняться Кришне? И вот тот хотел проверить его веру в Раму, и в итоге увидел, что его вера в Раму непоколебима. Махапрабху сказал, ты вечный спутник Рамы, почему ты изменишь свой вкус? Я хотел просто проверить тебя. И также Анупам, младший брат Рупы Санатаны, они хотели проверить его. Почему бы... Почему бы тебе Баджан Кришне не совершать? И тот пытался, но не смог. Он сказал, невозможно для меня. Мурари Гупта также, он сказал, я продал мою голову лотосным стопам Рагунатхи и Рамы, поэтому это невозможно для меня оставить его. И также не могу ваше наставление нарушить, поэтому лучше пойду помогу. И Махапрабху сказал, да, я хотел увидеть такую верность в тебе. И вот чтобы увеличить нашу стабильность, верность в каждой главе, можно видеть, что там говорится, что это глава наилучшая. Кришна говорит, что вот это высшее, что есть. И в итоге Арджуна вынужден был сказать, что если ты думаешь, что это лучшее, зачем же ты говоришь что-то дальше? Мог бы сразу сказать, что имеешь в виду, но Бхагаван Шри Кришна. Так не говорит, поскольку согласно природе и привычкам люди могут тому или иному следовать. И вот согласно их природе они могут следовать это правильно. А если они нарушат, то ничего хорошего не будет. Хотя это не наилучшее, но если могут следовать, то пускай следует. И нельзя это нарушить и перепрыгнуть в какой-то следующий уровень. И вот Варнашрама нет никакого другого пути, чтобы Вишну был доволен. Раманада такой аргумент приводит, нет другого пути. И вот значение этого таково, чтобы Вишну был доволен. Это сада татва. Какова цель должна быть наша, чтобы Вишну был доволен. Это наша цель. И вот завтра я покажу, как различные люди совершают дарму с различными представлениями о дарме. Они чему-то следуют, но кто-то из-за страха это делает, кто-то из-за стыда, кто-то за компанию, кто-то силой, но это не цель дармы. И в итоге, когда я покажу, что если совершать бхакти из-за зова сердца, то это лучше. И мы должны видеть, что та цель, если мы не достигнем этой цели, то тогда нельзя сказать, что это чистая бхакти. И так или иначе, Рамананда описывает основы. Это крама-марк, такой постепенный путь. И вот это тоже очень благоприятно, если они будут следовать своей варне и ашраму, карма-маргу, то постепенному пути развития. И это единственный путь. И правда ли это, поскольку, да, поскольку чтобы Вишну был доволен делать все для его удовлетворения, это лучшие все правила и предписания, которые даются, зачем они все? Поскольку наивысшая цель, чтобы удовлетворить Верховного Господа, мы должны делать что-то, что-то не делать. И таким образом все правила и предписания не даны для удовлетворения Верховного Господа. И вот различные витхи, правила, ограничения, они все... сделаны для того, чтобы Вишну был доволен. Это садья-таттва. Поскольку Сутадев Госвами говорит в Шримад-Бхагаватам Махапуране в 1 главе, во 2 этой части, и вот Рай Махашой говорит, как Сварупа Свадхармы, Свадхарма Ачарана. Нет другого пути, и это Парашармони, он говорит в Вишну-пуране, и в Шримад-Бхагават Махапуране тоже поддерживается это. Все, что мы делаем в форме свадхармы, свадхарма значит, это обязанность Арджуны сражаться ради удовлетворения Кришны, и это обязанность Видура следовать этой процедуре. И все различные процедуры даны, и они следуют своей свадхарме, и вот свадхарма сакул. Sadharma Samsiddhi, your Sadharma can come out successful when you are going to satisfy. Ваша Свадхарма станет успешной, когда Хари будет доволен вами, Хари Тошанам. И вот Сутадев Госвами говорит в Шримад-Бхагаватам Махапуране, что все дживатмы, все, что они делают, что согласно Варни и Ашраму они что-то делают, пытаются что-то сделать. И все, что они делают, любую карму с целью Дармы, если эта цель не в удовлетворении Хари, то что толку? Они могут достичь успеха тогда, когда Вишну будет доволен ими. И поэтому Сутадев Госвами в Шримад-Бхагаватам Махапуране говорит, и вот он говорит, но и вот это и вот эти слова, значит, если мы совершенно следуем, но если наша цель не в удовлетворении Верховного Господа, то что толку? И поэтому мы завтра будем говорить о том, что Nishkarmam opi achyuta bhava vargitam no sahote gyanam amalam niranjanam kutaha punaha shashat avadram ishvare no acharpitam karma jadapi akaranam. И вот что я сказал, Нишкармам опи, если это Нишкарма, нет. Если нет чувства Ачюты и нет цели удовлетворить Верховного Господа, Jnanam amalam niranjanam. It will be pure jnana. Jnana man. Nasavate jnanam amalam niranjanam. Kutaha punaha sashat abhadramishwari. Na charpitam karma jadapi akaranam. I can discuss this tomorrow. И вот смотрите. Это варнашрама, поддержание варнашрамы. Это не только цель Дхармы. Варнашрам палан. А цель должна быть, чтобы Господь Хари был доволен. Варнашрам Дхарме мы можем следовать. Но если Господь Хари недоволен этим, то это плохо. И вот следовать Варнашрам Дхарме — это не Садья Татва. Рамананда никогда не говорил так. Варнашрам Дхарма, просто следовать Варнашрам Дхарме без того, чтобы Кришна был доволен, это неправильно. И вот Рамананда Рай Махасой, он говорит, когда на пути но Махапрабху ответил, что это внешнее. Поскольку те, кто следует каким-то правилам и предписаниям, кто-то из-за страха, кто-то под давлением чем-то, кто-то из-за стыда, еще чего-то, в этом случае может быть запах кармы, когда кто-то делает свою свадарму. И вот Махарадж в дальнейшем будет говорить об этом. И вот Махапрабху говорит, что это внешнее, это не наивысшее, поэтому скажи что-то более глубокое, новое. Дальше говори, это внешнее. Он произнес такие слова, пожалуйста, говори дальше. Varnasam dharma palam adi etc. Sadhatateja lakshan. All symptoms solemn and discussing is Gauna Laksham. И вот все, о чем я говорил, это Гауна Лакшам, такие главные симптомы. Если у тебя есть что-то еще, скажи об этом. Говори более подробно. И тогда Рай сказал, ты хочешь узнать сварупу садан татвы, и вот Рай Рамананда сейчас начал говорить. Если я смогу сделать что-то ради Кришны, Кришна Кармарпон, то все, что делаю, это будет, как раз будет вот это садан сатьясара. Различные и вот я уже сказал несколько дней назад, Бхагаван говорит в Гите, если вы сможете отдать все мне, предаться мне, то плоды, а если вы предадитесь мне, то вы не будете совершать никакую карму, поскольку вся карма имеет свои плохие результаты. И Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, все, что вы делаете, джапу, тапасия, и все остальное, все, что вы делаете, вы должны делать ради меня. Не стремитесь обрести результат всего этого. Это все осквернено. И поэтому вчера я сказал, почему Нарутам Такур, он дал такой совет, что благочестивые действия более опасны. Такие благочестивые действия, они очень опасны, поскольку они несут результат за собой. Этот результат поместит вас в опасность, в обусловленность, и любые благочестивые действия, которые вы совершаете, это тоже может стать оковами. А когда вы делаете все ради удовлетворения Верховного Господа, то тогда это хорошо. И поэтому Бхагаван в Гите дает такой совет Арджуне: все, что вы делаете, едите, совершаете пожертвования, раздаете, все, что вы делаете, все аскезы, о Арджуна, не стремитесь к обретению результатов, поскольку у вас нет права думать о результате. И привязанность к результатам — это причина вашей обусловленности. Зачем вы зависите от него? У вас есть право совершать карму, но не ожидать результата этой кармы. И кто-то может сказать: вы что, с ума сошли? Кто ж, если кто ж будет делать что-то без ожидания результатов своего труда? В этом вопрос. Несколько дней назад я говорил, что дети играют. Зачем играют? Суть их игры в чем? Они в чем? Просто играют, наслаждаются этим. И можно таким образом думать, что действовать не ради плодов. А если нет цели, то никакого блага, прибыли никакой, зачем что-то делать? И действительно так, без всякой цели. Но смотрите, без всякой цели. Даже глупые люди не хотят что-то делать. И у нас должна быть цель. И какова эта цель? Это мы должны найти, иначе мы запутаемся, почему мы должны совершать карму. Я уже примеры приводил. Дети играют, например, нет прибыли или убытков у них, просто хотят наслаждаться. И вот мы не должны ожидать результатов, они автоматически приходят согласно желанию Кришны. Но если мы будем думать об этом, привязываться к этим результатам, то это причина обусловленности, и поэтому карма можно найти в Гите. Если кто-то не привязан, полностью отречен, то он делает все ради Верховного Господа, ни запаха при этих привязанности, без всякой корысти. Если вот он, если вот цель лотосные стопы Шри Кришны, и такой человек, если с беспристрастием, если он не беспристрастно, он может убить весь мир, но не получит греха из-за этого. Если вы хотите совершать служение, но нету и вот Бхагаван говорит в этой шлоке, что результаты вы получите согласно желанию Кришны, но все вы должны предлагать Ему. И те, чьи сердца чисты, и те, кто не делают ничего ради себя, то, о Арджуна, если ты совершаешь свою свадарму, если ты полностью предался мне, то будь уверен, что я спасу тебя. И вот в этой шлоке говорится, что ты должен оставить любые дармы и предаться мне полностью. И вот внешне Кришна, он занимает Арджуну в борьбе, и в то же самое время Вишварупа, Бхагаван Шри Кришна говорит: «О Арджуна, ты хочешь увидеть мою Вишварупу, эту вселенскую форму?» И тогда Кришна, он показывает Арджуне, что у тебя есть сложное эго, ты не хочешь бороться с Бишмой или с Дроначарьей, они уважаемые личности, они гуру, но смотри, ты из-за своего ложного эго, ты думаешь, что ты это делаешь, кто ты, чтобы сражаться с ними, кто ты, чтобы убивать, такой, чтобы смочь убить их. И в итоге, когда Кришна ушел из этого материального мира, Арджуна начал плакать, горевать, и перед Юдхиштхирой Махараджей он вынужден был сказать правду, то, что сейчас я осознал суть Гиты. Арджун говорит: в то время я был вынужден говорить, что да, вроде я понял, но в то время мое осознание не было до такого уровня. И сейчас, когда Кришна ушел, я обнаружил нектарное учение, данное моим другом Кришной. И тот же Арджун говорит: я был тем же Арджуном, тем же... Тот же лук был, та же колесница, но где эта сила? Все пропало, все ушло. О, царь, я побежден. Меня победили какие-то эти лесные жители, селяне. О, Арджуна, вроде лук тоже, колесница та же, я тоже, но я полностью побежден. Теперь я осознал, что вся сила, она исходила из Кришны, а кто я? Я просто гордился этим. Я думал, что я делающий, но ничто не может оставаться. И вот сегодня я осознал подлинное учение Гиты. Арджуна говорит об этом. Когда Кришна сказал: кто ты, а кто ты, чтобы сражаться, я делаю все, и смотрите, я уже убил их всех. Когда он явил форму Вишварупы, то он увидел, что Дроначарья, Бишма, они все уже мертвы. Дашанантарешу. И вот он на какое-то мгновение показал свою Вишварупу, и там вселенскую форму, и Арджуна увидел, что они все уже убиты. И он увидел, кто, и Кришна сказал ему: кто ты, чтобы убивать? Я делаю все. Ты скитаешься по... вы рождаетесь, умираетесь из-за того, что думаете, что делаете сами все, и сейчас... И даже не можете сейчас избавиться от этого Абхимана, делающего. То есть вы думаете, что я и мое, что я делаю все. И если эта концепция делающего уйдет, то и полностью вы предадитесь ней, тогда все действия, совершенные вами, вам не нужно думать о их последствиях, об их последствиях, поскольку Кришна позаботится об этом. Кришна уже сказал вот в этой шлоке, что его обязанность спасти нас, если мы предадимся ему. И также есть еще одна шлока, в ней говорится: если вы делаете что-то ради меня. Что такое дарма, что такое адхарма, все глупое представление. И Кришна говорит: если кто-то делает что-то ради меня, это дарма. если вы делаете какую-то благочестивую деятельность, но нету цели Кришны, то что толку? Это тоже адхарма. Если нету цели удовлетворить Кришну. И вот смотрите, Бхагаван Шри Кришна говорит то, что когда Судама Випра Кришна дал совет ему: «Я очень голоден, иди и жареный горох утащи для меня». И его там была жена гуру. Она сказала, что она может меня поймать. Но Кришна сказал: ее нет, иди и своруй. Ты любишь меня? Да, люблю. Вот, ну иди, воруй. И тот, когда пошел воровать, и Кришна сказал этой жене гуру, что смотри, воруй за тебя там. И Судаму поймали. Начал он плакать, и потом перед Кришной он сказал: «Я же для тебя воровал, зачем ты пожаловался? Я проверял тебя, что ты можешь делать для меня». Я проверял, что ты можешь сделать для меня, что не можешь сделать ради меня. Я хотел проверить тебя. И если Судама крадет ради Кришны, это хорошо. Можно вспомнить Шрила Бхактивигьян Бхарати Махарадж. Пример такой приводил, я тоже иногда привожу. Алвар был в Южной Индии, забыл, как зовут его. Но суть в том, что этот Алвар, он обнаружил то, что храм Ранганатха в лицо Тирупан Алвар, как-то так его звали. И вот он обнаружил Ранганатха в лесу, в глубоком лесу. О, что же делать? Господь здесь. Да, в Сатья-юге Ранганатх был там. И сейчас что же делать? И этот Алвара, Бхагаван пришел к нему во сне и сказал: «Ты должен построить великий храм для меня и начать поклонение там». И тот сказал: «Я попрошайка, что мне делать-то? Мне должен делать, не знаю как, твои дела». И вот, когда Гуру Вайшнавы дают наставление что-то делать, если мы чувствуем, что же делать, как это делать, вроде это сложно, все невозможно, но мы должны помнить, с наставлением гуру и вайшнавов сила дается, которая даст возможность исполнить это. Но мы должны почувствовать эту силу, когда гуру варга, чистые садгуру, они дают нам наставление. И с этим наставлением они даруют нам силу. Шрила Прабхупада дал наставление Бондару Госвами Махараджу, что ты должен ехать и проповедовать послание Шри Чайтанья Вани, Бхакти Прадип Тиртха Махараджу, Бондару Госвами Махараджу. И еще кому-то дал такое наставление, и смотрите, они получили силу от Шрилы Прабхупады. И таким образом мы должны чувствовать, когда Ранганатха дал наставление, чтобы он построил большой храм для него, то же самое, когда Панчататва и Гурвага, они пришли в Югапитх, явились перед Шрилой Прабхупадой, когда он повторял миллиард святых имен, тот спросил: «Как я могу делать? Ты должен проповедовать, как это нужно, люди, деньги, то все нужно, но будь уверен, мы пошлем тебе, если это желание Нитьянанды, то будь уверены». Вы должны почувствовать это, если по желанию Гурдева, Гурваги, Шрилы Бхактивинод Такура, я говорю Харикатху, то поверьте мне, я не поверю, не потрачу ни копейки на проповедь. Если так или иначе эта проповедь совершится Нитьянандой, то это его ответственность. Я просто глуп, я могу что-то говорить. Иногда я чувствую вдохновение больше. Сегодня вот интернет плохо работал. Но поток мыслей приходит ко мне, я не могу потерпеть, если что-то, какие-то беспокойства во время харикатхи, вот, мое сердце, оно ломается буквально. И вот Ранганатхам, я говорю о Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад спросил, как я могу сделать это, но все придет к тебе, не беспокойся. И вот Шрила Прабхупад увидел действительно все так, его вечные спутники, севаки, деньги, храмы, все произошло. Все пришло к Шриле Прабхупаде, мы должны помнить об этом. У него не было даже кастрюли, в моей жизни тоже. Я сижу на Вьясасане и вот рассказываю, когда я приехал из Вриндавана, у меня ничего не было, даже посуды не было. И вот потом какой-то преданный Махараджа построил какой-то этот баджан-кутир маленький, и вот он подумал, как же готовить в чем-то тут. Ученица Шраван Госвами Махараджа пожертвовала кастрюлю какую-то, потом еще тут, еще что-то, и так постепенно вот Махарадж как-то живет, и все это по воле Верховного Господа произошло, я не знаю как. И вот с наставлением Шанты Госвами Махараджа, когда Сатьягавида Махарадж или Шрила Бхактивалабха Тиртха Госвами Махарадж или Шрила Бхарати Махарадж или Шрила Бон Баба говорит, или Бхакти Бардхан Сагар Махарадж или Наянананда Баба и другие вайшнавы, они говорили мне, что я должен говорить харикатху. Однажды я после даршана в Четак Парвати в Пури, Гуру Махарадж был в Пури, а не в Пури, потом он приехал в другом месте. И вот в то время я и один преданный, мы пошли получить даршан Тота Гопинатха пешком, поскольку денег не было, мы пешочком пошли. И сейчас я могу 40 километров пешком за день пройти. И вот, в общем, пешком ходили. И таким образом, и вот и мы пришли туда, и там один Бон Баба, он ученик Госвами Махараджа, могу сказать, что он Сида Махатма, он совершал Нама-ягью там, я не знаю почему, но он выбежал с гирляндой Шрилы Прабхупады прям на дорогу, предложил ее мне и сказал, что ты должен говорить харикатху. Я думал, что такое, когда я был с ним. И вот, а вот Махарадж встретил его на Четак Парвати, и вот, ну, тот, а гирляду он потом его предложил, чуть-чуть позже, но, и тогда я понял, что это желание Нитьянанды, проповедь может произойти только по желанию Нитьянанды. Он такой авторитет проповеди. И мы должны осознать это. И сейчас я вернусь вот к этой шлоке, почему Бхагаван говорит именно так, что если мы делаем что-то ради него, внешне может кто-то сказать, что это греховно, но нет, это хорошо. Этот Алвара вышел из леса, в общем, просил подаяние, никто не давал ничего. Он говорил, что хочет построить здоровый храм в честь Верховного Господа. Тут в лесу говорили, что ты несешь, пошел он. или да, слишком мало давали, в итоге что ему делать осталось? Он видел, что люди, они тратят деньги на наслаждение только, но и вот я был удивлен услышать, какие-то арабские, этот шейх может потратить кучу денег. За ночь я был удивлен. Что ж он там ест, что он делает, что столько тратит? I got right information. It is source from internet. Somebody showed me, Maharaj, you spend this set, spending this crore of rupees one night. I said, one night? Yeah, one night. Really so? Then Tirupannallar thinking, for Supreme Lord, I am ready to do anything. И вот этот Тирупанналвара решил, что он может сделать все для Господа. И вот как Хануман, смотрите, Хануман, он, когда он был спрошен одним преданным полубогом каким-то, вот не помню как зовут его, тот спросил: ты столько грехов сделал, ты тут всю ланку сжег. И Хануман сказал: я ничего не делал, как не делал, ланку сжег. Поскольку Раван поджег хвост Хануману, а Хануман засмеялся, хотя вроде он был почти помер. Но Хануман решил, что сможет прыгать по крышам и поджигать заодно все. И в итоге он сжег всю ланку. И Хануман Махарадж, его спросили: ты смотри, ланку сжег, столько людей погубил, нет, ты ничего не сделал, как? Да, ничего не сделал. И поскольку все сделано Рамой, и я не несу никакой ответственности за это, я сделал все это для Рамы, поэтому я никаких дурных результатов этого не приму. Я все, что я сделал, это ради Рамы. И поэтому я не несу никакой ответственности за это. И таким же образом этот Тирупанналвар думал, может, он думал о Ханумане. И вот он решил что-то сделать. В итоге у него несколько учеников было. Один ученик мог ходить по воде, другой мог открывать замки просто прикосновением. Я слышал от какого-то преданного, что Ваман Госвами Махарадж тоже такую практику имел, какой-то Джаганнатх Прабху в Читаранджоне живет. Он пожилой сейчас был этим железнодорожником, и вот однажды говорит: я дома не был, тут Гуру Махарадж пришел без приглашения. В то время телефонов не было. И вот Ваман Госвами Махарадж пришел к нему, там закрыто было, но когда тот пришел, увидел, все открыто, а Гурудев внутри комнаты, хотя все закрыто было, тот удивился, сказал: ты замок ты открыл, как? Кстати, буду рассказывать, как открыл. В общем, мантры знал, как эти замки без ключей открывать. И они также могут открыть замок нашего сердца. Гуру Вайшнава, они могут сделать все. И вот этот ученик, если этот, вот тот ученик мог замки открывать без ключей, а третий мог. Если он наступал на чью-то тень, тот человек не мог двигаться. И вот такую силу он имел. И он всех занял в служении. И мы должны понять, Рамананда Самвад, что такое бхакти, сколько посвящения, преданности должно быть. Мы должны быть готовы отдать свою жизнь Верховному Господу. Это... И в итоге эти ученики, они грабили. Ну, в общем, грабили там народ и в итоге построили храм Ранганатха. Большой храм, я там не был, времени нету, но храм большой, очень прекрасный. Сколько денег он стоит, сложно посчитать, но так или иначе собрали. А сейчас такое построить невозможно. И в итоге те богатые люди, они объединились. В общем, решили как-то обороняться от этого Алвара. И в итоге пришли к Тирупан Алвару и сказал, что ты должен отдать все, что наворовали. Тот сказал, нет у меня ничего, а где это? Иначе мы убьем тебя, но убивайте, денег не получите все равно. Как, ну хорошо, мы тебя убивать не будем, но если не вернешь, тогда убьем. Но я хочу правду вам сказать, что это там внутри этой реки. Да. Я там спрятал под водой, чтобы никто не волок. И вот тот преданный, который мог ходить по воде, он лодку такую организовал, которая по пути это развалится, как только поплывет. В общем, доплыли до середины, тот ученик лодку сломал, она начала тонуть с этим народом. И в итоге они потонули, а тот ученик, который по воде умел ходить, он, просто прошелся и вернулся к Гурудеву, сказал, что все сделали, как просили. И вот мы сделали это все для Ранганатха, не для себя. И вот смотрите, пытайтесь понять настроение преданных. И вот завтра я буду объяснять, что такое кармарпон. Если чувство кармарпона нечистое, какие осквернения возникают, и Махапрабху может опять скажет, что это не наивысшее, это внешнее. Давай, говори дальше. Ты можешь сказать что-то более высшее, и Махапрабху может опять повторить это, и мы будем говорить об Рай Рамананда Самвате. Но так постепенно, по шагам. Сегодня вот мне вначале неудобно было из-за связи плохой, но так или иначе я все закончил, и сегодня, завтра я буду продолжать говорить о том, почему Махапрабху недоволен, какие возможные осквернения на пути Кармарпона. So aham apitartha karana nishinisayana nana manoratha dhiya khana bhagana nidra daiva ahatartha rachana risayo yopi deva yusmat prasanga vimukha Iho Sansaranti Jusmad Prasanga Vimukha Iho Sansaranti Vancha Kalpatarvasya Kepasindhu Bhavacha Patitanam Pavana Bhavashnabhyo Namo Namo